Здесь у нас медикаменты для неотложной медицинской помощи взрослым и детям. Первый рабочий день в новом фельдшерско-акушерском пункте для Людмилы Бабаевой – событие значимое. Ведь теперь у нее есть все самое необходимое для работы с пациентами. Новое современное оборудование, комфортные условия. Она работает в медицине уже более 35 лет. В селе Красный Яр ее хорошо знают все жители, идут к ней за помощью и советом. Новый ФАП для всех стал настоящим предновогодним подарком. И раздевалка, и туалет, и вода, и холодные, и горячие. Очень приятно. Заходишь на свое рабочее место. Тепло, светло. На торжественном открытии руководство муниципального района, строители и жители Красного Яра. Здесь проживает почти 200 человек. Только маленьких пациентов более 40. Теперь каждый здесь сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. Ежегодно по одному ФАПу мы открываем, ремонтируем. Это вот уже 15-й ФАП за короткие сроки. Это благодаря президентским программам «Прекрасный ФАП». Я пожелаю жителям, чтобы и пореже сюда приходили, по болезням приходить, просто на профилактику, пообщаться. Здоровья вам! С новосельем, медицинские работники! С наступающим Новым годом, вас, сельчане! И вот традиционная ленточка перерезана. Все гости оценивают подарок. Фармацевтические холодильники для хранения лекарственных препаратов, бактерицидная лампа, шкаф для стерилизации медицинских инструментов, пеленальный столик для осмотра малышей, весы для новорожденных. Все готово к приему первых пациентов. Милый!